Привет-привет, друзья, вы на канале Keto City, с вами я, его ведущий Владимир, и сегодня мы не будем распаковывать посылку, а будем изучать вот такой вот USB-тестер. Многие люди просят меня, чтобы я показал, как правильно пользоваться этим USB-тестером. Я когда-то давным-давно уже проводил распаковку этого тестера, но там, к сожалению, я не показал, как им пользоваться. И теперь я покажу полностью во всех подробностях, как пользоваться этим USB-тестером. Давайте вкратце сейчас пройдемся по его внешнему виду, по функционалу и его возможностям. Значит, у нас вход, это вход, обычный USB вход. Также у нас есть micro USB вход и один выход. Один выход USB, одна кнопка для переключения программами. Тут 10 программ, начиная от 0 до 9, 10 программ. Двухстрочный маленький экранчик. Но, в принципе, вот и все. Ну а теперь его возможности. Входящее напряжение от 3 до 7 вольт и минимальное от 50 мА до 3500 мА. Также самое исходящее напряжение от 3 до 7 вольт, минималка от 50 до 3500 мА и измеряемая емкость от 0 до 19999 мА. То есть, в принципе, если у вас пауэрбанк на 20 тысяч мА, то вот этого вот USB-тестера вполне достаточно, чтобы измерить емкость на 20 тысяч мА. Вот как раз видите, он до 20 тысяч мА он измеряет. Давайте теперь включим это устройство в розетку и посмотрим, как же оно работает и как им пользоваться. Так, свет затемняет. Выключаем софтбоксы. Так, свет софтбокса выключили. Теперь нам ярко светит наш экранчик, и мы видим, что у нас тут. Значит, этот USB-тестер, он выполняет несколько функций. Он даже своего рода как мультиметр. Значит, вот сверху у нас показывается напряжение, которое нам выдает блок питания. 5,1 вольта. Это хорошее напряжение. Сила тока по нулям. Пока что не подключено никакое зарядное устройство, то сила тока у нас по нулям. И количество миллиампер, которое заливается. Сейчас мы переключимся на свободную ячейку. Я вам покажу. Да, вот мы переключились на вторую ячейку. И залито 0 миллиампер. Давайте теперь подключим сюда что-нибудь в виде телефона. Так. И кинем его на зарядку. Так. Мы подключили на зарядку телефон. Вот, смотрите. Напряжение в блоке питания немножко подскочило. 1,4 сила тока. И вот уже 5 миллиампер закачано в этот USB-тестер. 6 мА. И вот таким вот образом, смотрите, если разрядить телефон полностью в ноль, что он уже не включается, потом его зарядить через какую-нибудь программу, только тут, что было по нулям миллиамперы, таким образом можно вычислить, сколько миллиампер будет в вашем телефоне, сколько загружается энергии в ваш аккумулятор. Его реальный объем в миллиамперах. Вот, смотрите, хорошо идет. В принципе, с такой скоростью телефон быстро зарядится. Теперь давайте по функционалу, по программам, как тут переключать. Все управление этим USB-тестером делается только всего лишь одной вот этой маленькой кнопочкой. Двойным нажатием USB-тестер начинает мигать. Это он перешел в такое свое меню, когда можно переключать программы. Для переключения программ просто нажимаете один раз кнопку. Вот видите, уже программа номер 3. Еще раз, программа номер 4, номер 5, номер 6, 7, 8, 9, 0. 0, но это самая последняя программа. Ну и соответственно, все начинается с единицы. И так пошло заново. Для того, чтобы обнулить программу, именно в той программе, в которой вы находитесь, и обнулить ее сразу, нельзя. Для выхода из выбора программ нажимаем два раза щелчок. Чтобы обнулить программу, нужно зажать и держать эту кнопку. Все,
увидели. Тут было 11 мА, программа переключилась на вторую программу и обнулила вот этот счетчик. Тут было 11 мА и вся зарядка пошла с нуля. То есть, в принципе, все элементарно. Вот таким вот образом, друзья, можно легко измерять емкости ваших телефонов, пауэрбанков и любых других заряжаемых устройств. Также очень удобно проверять, что вышло из строя в телефоне. Допустим, аккумулятор или же зарядное устройство. Допустим, телефон не работает, скорее всего, что-то испортилось. Для этого мы берем наш USB шнур, вставляем в зарядное устройство. Вот образом вытягиваем с телефона вот этот шнурок, вставляем его вот сюда, вставили и все. И вот таким вот образом мы понимаем, что у нас работает блок питания вместе с кабелем. Вот, допустим, если вот в таком режиме подключиться и не светится экранчик, значит, проблема или же в шнуре, или же в зарядном устройстве. Втыкаем его в наш USB тестер и проверяем. Если экранчик загорелся, значит, проблема у нас в шнуре, нужно менять кабель. Если же экранчик не загорелся, значит, с кабелем возможно, что все нормально, а вот само зарядное устройство придется выбросить и купить новое. Ребята, надеюсь, вам все понятно, как пользоваться этим тестером. Я рассказал подробно, полностью все, как он работает, все, что он может выполнять, свои функции, характеристики, все полностью подробно в этом видео я вам рассказал. Добавить больше про этот USB тестер нечего. Ребята, пользуйтесь, измеряйте пауэрбанки свои, аккумуляторы, будьте в курсе того, что у вас есть. Ну а на этом наше видео подошло к концу, ребята. Если все-таки вам что-то непонятно, то вы обязательно напишите в комментариях, я уже в описании под видео выложу уже в текстовом виде, как что работает. Ну, по-моему, я все рассказал, все, что он может выполнять. Ну все, ребята, будем заканчивать. Всем, кому это видео понравилось, было интересным или полезным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был ведущий Владимир, до новых встреч, пока-пока!